Мы решили немножечко рассказать вам о монетах стран Центральной Азии. Почему эта тема важна? Очень многие занимаются изучением старинных монет Центральной Азии. Приветствую зрителей канала «Заметки нумизмата» с новой темой. Мы решили немножечко рассказать вам о монетах стран Центральной Азии, но не просто Центральной Азии, а времен вхождения этих территорий в Российскую империю, а потом и в Советский Союз, ну или точнее зарождающееся советское государство. Почему эта тема важна? Очень многие занимаются изучением старинных монет Центральной Азии, соседних регионов, но ведь был период, когда территории эти, как я уже сказал, входили в состав Российской империи, и наряду с монетами Российской империи, привычными нам с вами рублями, полтинами, серебряными, медными и даже золотыми монетами, в обращении были и местные монеты, ходившие именно на территории государств Центральной Азии. Такое двойное денежное обращение. И это было на протяжении нескольких десятилетий, конца 19-го, начала 20 века, да и в начале советского времени тоже не все было так здесь просто. Но сегодняшнюю передачу мы решили посвятить в целом короткому рассказу про этот регион. В советское время, конечно, для граждан СССР это были республики, входящие в единую страну, в единый союз. Сейчас для россиян это далекие регионы, представление о населении которых, тем более население XIX века, достаточно отрывочное. И прежде чем рассказывать о монетах этих территорий, мы решили немножко сказать о них самих. Границы государств, которые мы знаем сегодня, а это, по сути, границы бывших республик СССР, весьма условные, сформировались именно в советское время. Сформировались, ну, таким способом, несколько опережающим. Было понятно, что в условиях хорошо налаженного здравоохранения население стран или республик будет интенсивно расти, нужны будут новые площади, территории, и им щедро отделяли те области, которые, может быть, раньше никогда в составе этого региона и не рассматривались, но ведь население где-то будет жить, к тому же приезжают специалисты сначала из Российской империи, потом из СССР, появляется русская часть населения этих республик, им тоже надо где-то жить в благоустроенных условиях, строятся новые города, отличные от городов Центральной Азии. Регион действительно в те годы стремительно развивается. Например, Казахстан получил огромные территории, которые никогда и не рассматривались казахами как свои. Известный защитник, в кавычках, русского народа Александр Солженицын очень сильно возмущался по поводу границ уже самостоятельного, свободного Казахстана, говоря о том, что они не имеют никакого основания, и черта границ проводилась чуть ли не там, куда очень изредка заходят своими стадами кочевники-казахи, хоть на этой территории живут совершенно, может быть, другие народы, и давно существуют русские города. Ну, в школе так получилось, то, может быть, даже, говорил Александр Исаевич, есть смысл весь Казахстан включить в так называемый славянский мир, так как занимает он земли русские. Казахстан давно вошел в состав Российской империи, в основном ища защиту от набегов с востока, с территории Китая и Монголии, так как монгол через некоторое время сменили страшные джунгары. К этому же периоду относится переселение в Россию калмыцкого народа. А вот южнее долгое время сохранялись самостоятельные государства с смешанным в этническом плане населением. И населением очень необычным по составу. Мы все знаем государство Узбекистан. Между тем, само его название на самом деле весьма современное. И появилось именно в советское время. А во времена Российской империи с 16-го, потом с 18 века, на этой территории существовало несколько независимых ханств или эмиратов, объединявших определенные территории с очень разрозненным населением. Для многих
сейчас, наверное, покажется даже странным, что основу населения этих территорий Центральной Азии составляли таджики, которые совершенно не являются народом изначально тюркским. Нет, таджики персоязычные, жившие на этой территории со спокон века, формировавшие древнейшее население региона и очень сильно потесненные во времена монгольского нашествия, пришедшими монголами и тюркскими кочевниками. Тем не менее, значение таджиков как нации серьезной и древней было очень велико. Большая часть грамотного населения говорила и писала именно на таджикском, на нем совершались многие сделки. Да и сама связь с соседней Персией, Ираном, где говорили, собственно, на близком новоиранском языке, тоже давала определенные преимущества этой части населения. Но уже гораздо позже на территорию Центральной Азии пришел новый правитель. Представитель Джучьего улуса Золотой Орды, в нашем русском понимании, хан Узбек, потомок Чингисхана, потомок старшего сына Чингисхана Джучи, по которому и была названа часть Монгольской империи, привел Узбек своих воинов с нашего современного Поволжья и, по сути, захватил власть в Центральной Азии заново. Именно воины великого хана, который теперь владел сразу двумя улусами, и Золотой Ордой, и территорией Центральной Азии, именно его имя давали его воинам, узбекам. Со временем образовавшаяся вокруг них прослойка населения получила общее этническое название узбеки, то есть буквально часть населения Центральной Азии, говорящая на тюркском языке, близком к татарскому. Естественно, воспринимайте сегодняшний мой рассказ как достаточно условный, потому что специалисты по народам, языкам могут найти какие-то придирки. У нас сейчас с вами задача в целом нарисовать картину региона, а не вдаваться в какие-то подробности. Итак, два главных народа этой центральной части Азии. Персоязычные или ираноязычные таджики и тюркоязычные узбеки. Плюс много других народов. И казахи, которые кочевали в этих регионах, и жившие здесь испокон века каракалпаки, опять же тюркоязычное население, и с юга постоянно приходившие кочевники туркмены, хотя эта часть Центральной Азии еще раньше вошла в состав Российской империи, как Закаспийская область. И в результате вся большая территория была разделена на три основных ханства с очень разным языковым отношением и привилегиями народов. Дальше всех на восток Коканское ханство с очень смешанным населением. И таджики, и узбеки, и предки современных казахов и киргизов. И ближе к центру Бухарский эмират. И в этом эмирате преимущественно население составляли таджики и узбеки, причем главным языком, государственным языком или преимущественным был именно таджикский, на котором велись переговоры, деловая переписка, на которых писались законы эмирата. Само название эмират относит, естественно, к арабскому времени, арабскому влиянию или в целом мусульманскому влиянию на регион. Все эти ханства, естественно, были в время, которое нас интересует, исламскими государствами. И вторым таким, или еще одним государством, к нему близко расположенным, было Хивинское ханство. Обратите внимание, эмират и ханство. Как же так? В Хивинском ханстве, хотя даже слово «хивинское» скорее имеет русское происхождение по названию главного на тот момент города – Хивы, все же местное население предпочитало древнее название этой территории Хорезм. Так назывался большое государство, страна Центральной Азии, захваченная когда-то монголо-татарами. Все это называлось единым словом Хорезм. А Хорезмшах в древности до монгольского завоевания был одним из величайших правителей
всего мира, но государство это было совершенно разрушено во время нашествия Чингисхана. И вот, тем не менее, историческое название Хорезм сохранялось за частью территории, населенной именно преимущественно узбеками, хотя, опять же, жили и таджики, и казахи, и небольшое количество кочевников-туркмен, приходящих с юга. Но почему ханство? Здесь, в городе Хива или в бывшем Хорезме, больше соблюдали законы и права на наследование именно Золотардынской династии, пошедшей от хана Узбека, и таким образом титул хан, принадлежащий исключительно потомкам самого Чингисхана, был очень почетным, гораздо более почетным на этой территории, чем исламский титул эмира. Поэтому мы имеем на территории Центральной Азии Хорезм или Хивинское ханство, тюркская традиция и Бухарский эмират, больше таджикская или персидская традиция. Ровно так же это было выражено на монетах. Соответственно, монеты, выпускавшиеся эмиром Бухары, имели надписи на арабском алфавите, но на таджикском языке. А в Хорезме или Хивинском ханстве на монетах писали на том же, также арабскими буквами, арабской вязью, но на тюркском, узбекском языке. Поэтому монеты этих двух территорий иногда один и тот же представитель, житель Центральной Азии, и прочитать-то не мог, даже если был грамотен, так как надписи были просто сделаны на разных языках. Вот такая удивительная вещь касательно территории, которую мы сейчас всю знаем как государство Узбекистан. Ну, конечно, с небольшими территориальными изменениями и колебаниями границ. Что же касается вступления этих территорий в Российскую империю, у нынешних властителей данных стран есть свое представление, которое они транслируют народу. В русской историографии, естественно, представление другое. Постоянные набеги, которые совершали воины, кочевники, на караваны, на соседних казахов, на русские поселения, совершенно не давали возможности развиваться этому краю. И действительно, государства Центральной Азии при, казалось бы, колоссальных возможностях оставались буквально в дикости и средневековье, совершенно не меняя свой быт с того самого времени, как в XIII веке были завоеваны Чингисханом. Несколько веков без времени. Нет, там происходили события, войны, писались книги, поэты сочиняли стихи, но государства фактически не развивались. И жители жили, может быть, даже и беднее, чем когда-то в былом Хорезме. И для большой части населения важной частью дохода было да просто участие в грабежах. Мы знаем басмачей, как врагов советской власти, бандитов, нападавших на советских работников, военнослужащих, разрушавших учреждения советской власти Центральной Азии. Но на самом деле слово «басмак» имеет старое происхождение и означает просто «налет». Басмач – налетчик. Эти басмачи, жившие в основном в отдаленных регионах, не только нападали на караваны, грабили русских купцов, они нападали и на жителей своей же страны, и были постоянной главной болью для правителей, для эмира Бухары и для хана Хорезма. Те пытались бороться с басмачами малоуспешно, и понимание бесполезности этой борьбы своими силами во многом приводило к тому, что правители стран Центральной Азии буквально как на спасителей смотрели на русских и Россию. Нет, бескровно, конечно же, они не хотели присоединяться к Российской империи, но защищая пограничные территории, Россия вынуждена была начать боевые действия против правителей этих стран, в первую очередь главным требованием – устранение налетов, устранение тех самых басмачей. Басмачи еще того, 19 века. Как результат, оба государства пали, но
вошли в состав Российской империи как совершенно автономные территории, лишь отдавая внешнюю торговлю и охранные функции от тех самых басмачей русским властям. Правитель Бухары, Великий Эмир, до конца жизни оставался одним из богатейших людей мира. Говорят, что он был богаче русского государя Николая II. И, возможно, это было именно так. И богатство его во многом было создано даже не предыдущими поколениями, а именно русскими оккупантами, захватчиками. Как же так? Население жило в страшной нищете, хозяйство не развивалось, товары Центральной Азии не имели большого значения в других странах. Но вы скажете, как же, а ткани, а хлоп, а шелк? Шелк в большей степени, конечно, шел из Китая, но к тому времени были многие другие пути его поставки. А вот хлопок, центральноазиатский хлопок был крайне низкоурожайным. На его производстве сложно было построить серьезную ткацкую промышленность. И Россия, удивитесь, не закупала хлопок у своих соседей в Центральной Азии. Гораздо выгоднее было купить хлопок в Южных Штатах Америки, в тех самых рабовладельческих штатах, где, тем не менее, производили великолепный, высокопродуктивный хлопок, дававший колоссальные урожаи. За счет этого очень дешевый, именно его кораблями везла Российская империя для потребности российской ткацкой промышленности. А уж позже, когда территория Хорезма и Бухарского эмирата вошли в состав Российской империи, на их территории стали культивировать американские сорта хлопка. Они-то и дали резкий прирост промышленности, позволили обогатиться местным баям, властителям, ну и, конечно же, хану и эмиру, сделав их богатейшими людьми. За время российского правления, а это всего полвека, эти два государства значительно поднялись в своем развитии за счет той самой поднятой хлопчатопроизводственной промышленности, за счет того, что наконец-то появилось образование, ведь до того образование получали в основном лишь будущие служители церкви, ислама. Общего образования фактически в этих государствах не было. Многие басмачи, люди, которые из поколения в поколение умели только одно – грабить и убивать, превращались в мирных тружеников, так как добывать себе на жизнь мирным трудом оказывалось теперь возможным и относительно безопасным. Центральная Азия буквально поднялась за эти 50 лет, и подъем продолжился и в советское время. Ну, а подробно о работе монетных дворов Бухарского эмира и Хорезмского хана и о последующих советских годах мы поговорим во время других наших встреч. Всего доброго!